не в креативке, как же я могу ломать это? Ты что делаешь? Кто меня бьет? Кто меня бьет? Ё-моё, я телевизор взорвал! Что делать? Меня папа убьет! Я не понял, что это за дела? Ничего! Не знаю, ты мне будешь деньги зарабатывать для него. Кто я? Да! Что за дела? Выключай. Нет. Почему? Не хочу. А придется. Нет. Если я на месяц лишаю компьютера. Нет. Да. Нет. А как ты будешь без телевизора играть? Не знаю. Буду как-нибудь. Как-нибудь как? Я сказал, выключай. Все, давай, мне папа выключает компьютер. Давай, ком выключай. А я напоминаю, друзья, если вы хотите снимать антигрифер-шоу, то у нас есть привилегия команда проекта или администратор. Заходите, есть видео на то, как пользоваться этими правами. Я это сделал, снял, показал специально, как все это делать. Есть на канале, кто хочет снимать... Пожалуйста, снимайте. А я жду очередного звонка на спавне. Что-то здесь много ребят на спавне собралось сегодня. В данный момент. Что они здесь делают, я не знаю. Что-то их много прям. Типа вы дружите так друг с другом. Что вы делаете? Ну я жду звонка, в общем. Может не позвонит, но обычно в последних сериях всегда чувак звонил. Всегда звонил. Раздачи какие-то устраивают. Я сейчас ведь всех буду банить, кто раздачу устраивает. Чё это ты раздачу... Бандит, не надо раздачу устраивать, чужой. О, звонит. Алло. Тебе, алло. Привет. 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 Тебе приютить? А ну давай. Ну, ТП ко мне, только при одном условии. В каком? Ты мне будешь добывать алмазы и будем, ну... Алмазы будешь мне добывать. Ну, есть у меня сейчас с собой пару алмазов, я тебе могу как взнос дать сейчас, типа я твой друг там. Окей, там 8 алмазов и будешь мне платить за аренду. А в какой период? Период за месяц. А, для ерунда. Напиши свой этот ник. Я один в чате напишу. А я не знаю, ты... Ну давай. Нет. Короче... Скажи дальше... ник, я сейчас... Так. Ну, Лев, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лев, то есть, да, первый букву? Да. Лев. Все, вот, я тебе кол написал. Ты где? А, все, принял. Стой, давай, алмазы. Я у тебя не... Так, сколько? 8, да? Да. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Угу. Все, а я почему тебе... ты мне 7 дал? 8 же. 7. Да ладно. А, ну да. Ладно, 8 тогда. Я просто считать не умею. Я плохо учился в школе. Слушай, пошли в шахту. У тебя шахта есть? Ну да, маленькая. Слушай, это скин твой? Что у тебя на башке? Нет, это не скин, это голова. А, прикольная голова, кстати. Пошли в шахту. Ну пошли. Я тебе взнос отдал. Если что, еще отдам. О, нифига. О, нифига. Ой, я что-то упал. На, получай. Ты что сделал? Я тебя убил. Ты же сказал, в шахту пойдем. Ну, в шахту пойдем, но я пошутил. Это как бы теперь мои ресы. Какие ресы? У меня кит-старт, они не упадают. Ну, да, извини, это мои ресы. Ну, я тебе 8, кстати, алмазов отдал. Ну и что? Да ладно, все, ты шутканул, верни мне ресурс. Верни хотя бы 8 алмазов, я тогда не буду это... Нет. В смысле нет? Ты же... Да нет, я сказал! Стой, всё. Давайте еще раз кол напишу, погоди, прими. Нет, да зачем? Да прими, погоди. Да прими. Зачем? Ну блин, ну я к тебе домой так-то пришел, а ты меня... Стоп, чё я... Чё я? Ну как-то, может, мне дашь что-то выбраться отсюда? Ничего я тебе не дам. Я выбраться отсюда не могу, понимаешь? Ну и что? Да блин. Да стой, да дай ты выбрать. Да я тебе ничего не отдам, понял? Чё, Да блин, да верни ты. Да ничего я не отдам тебе. Блин, ещё... Не получается. Я тебе ещё тогда ещё алмазики дам. Давай тебе ещё алмаз дам. О, давай. Давай, я кол напишу. Я тебе даже могу... Вот, смотри, вот тебе ещё алмазики. Кидай. Вот. Вот. Ты чё, офигел? Вот тебе алмазики. Ты где? Зараза. Вот тебе. А чё у тебя с сундуками? Ты чё мне сундуки ломаешь? Ты чё, офигел? Я их не ломаю, чё у тебя? Я вообще... Я даже не в креативке, ты дурак?
Чё ты мне сундуки ломаешь? Зачем? Какой чё зачем? Я даже не в креативке, как этим. Блин, мои алмазы надо слаживать. Ты чё, чувак, ты офигел? Ты чё, больной что ли? Текол, давай ещё раз посмотрю, что у тебя там с сундуками. Тебе может помогу? Да или... нет, ты зачем мне дом сломал? Какой дом сломал? Я же был не в креативке, как я тебе могу дом сломать? А зачем ты мне сундуки сломал? Я не ломал. Вот, смотри. Вот ударь меня. Ударь меня. Просто не убивай, ударь меня. Где ты? Вот же я. Вот, не... Не видишь, что ли? Вот же я. Вижу. Только не убивай. На. Не убивай на, только. На. Ура. Я же тебе говорил, не убивай, я тебе показать хотел. Да ничего ты мне показать не хотел, ты мне хотел дом мне разрушить. Да ты больной, что ли? Как я не могу дом, как я могу дом разрушить, если ты меня убиваешь все время? И чё? Я даже не админ. Я вообще никто. Я тебе не, я тебе. У тебя есть кит-бонус? Есть. О, давай. Ты мне дашь кит-бонус, и я тебя приючу. Давай тогда. Кидбокс, кидай, ты меня, кстати, кидай. Убить сейчас не сможешь. Не убивай тогда меня. Окей. Сейчас. Вот, смотри, видишь, я же не в креативке. Вот ударь меня рукой, рукой ударь меня. Видишь, я же не в креативке. Как же я могу ломать-то это все? Ты что делаешь? Что происходит? Ты зачем меня ломаешь? Что происходит? Что ты делаешь? Зачем? Я не делаю, я же не в креативке. Это админ злобный. Зачем, чувак? Да не надо. Зачем ты мне ломаешь сундуки? Ты что, офигел? Я на тебя жалобу подам. Да я тебя сейчас... Чё я его бить? Чё я тебя бить не могу? А чё ты завис? Я не завис, чё я тебя бить не могу? Ты... О. Блин, мои ресурсы. Ну ты сам... Как я тебя ненавижу. Да ты сам виноват. Да чё я виноват? Зачем ты мне сундуки сломал? Я не... Это админ был. Ну, я чё ничего... Чё ты врёшь? Да-да-да. А ты у меня стоишь на месте? Или ты бегаешь? Я бегаю. Чё ты мне сломал? Зачем? Чё ты мне ломаешь? Да чё ты делаешь? Ты зачем? У меня на месте стоишь. Я не стою на месте, ты чё ты врёшь? Я тебе правду говорю, ты у меня на месте стоишь. Кто меня бьёт? Кто меня бьёт? Ты реально на месте стоишь? Кто меня убил? Да ты читер, походу. Я не читер. Ты читер, ты у меня на я месте не стоишь. Я не читер. Написано, что игрок убит, а ты у меня на месте стоишь. Ты где да сейчас? Чё ты меня убил? Не, ты я чё, убил, это админ убивал. Попробуй перезайди на сервер, пожалуйста. Я тебе помогу сейчас вещи собрать. Так. Ты у меня просто встал, реально. Сейчас, перезайдешь на сервер, сейчас все будет. Сейчас захожу. Все. Сейчас, реса тебе помогу собрать. Так. А чё я умер, не понял. Ты чё, офигел? Я тебя сейчас не убивал вообще-то. Я тебе реса помогаю собрать. Вот, я тебе реса складирую сейчас в сундук. Вот. Сейчас я, вот, я реса складировал. Вот, я все сундучки сложил. Вот, ты уже ходишь. Где мои ресурсы? Я сложил вот сундук, вот. Сейчас. Тут мои ресурсы лежали, ты что, офигел? Вот, вот вообще. Сундук, вот. Ты меня не видишь, что ли? Я тебя не вижу, вот, у меня сундуки. Вот, вот я, вот. Вот твой сундук, вот здесь ресы. Бери. Тут нету ни... Ты что, офигел меня убивать? Я не убивал тебя. Че ты врешь? Я не знаю, что ты там себе придумал. Чё ты делаешь? Зачем ты топорик берешь? Убери, пожалуйста. Вообще у тебя хороший домик такой. Не надо его, я его долго строил. Да я ничего с ним не делаю, я просто здесь админ. Но я не могу же дома чужие ломать. Только попробуй, я просто тебя урою. Я же не могу. А чё у тебя с домом? Что с моим домом? Ничего с этим, я же не могу им ничего сделать. Ничего я не делал в твоем доме. Остановился. Я тебе говорю, что я ничего не делал с твоим домом. Только попробую еще раз что-то с ним сделать. Я его очень долго строил. Зачем? Затем. Что такое? Че я застрял? Я не знаю, что ты застрял. Где я застрял? Ты че, офигел? Да ничего, все нормально с твоим домом, не трогай его. Что происходит? Нахер он не нужен, твой дом. Я сейчас вообще сброшу тебя скайп, и ты мне не нужен больше. Да, попробуй только, понял? Че, робот? Где... Ты что сделал? Что я сделал? Ты что сделал? А я что сделал? Это что? Ты зачем меня убил? Ты что умер-то? Я не умер. Ты меня убил. Зачем? Я тебя убил? Верни мой дом! Хорошо, сейчас. Сейчас команду пропишу. Она называется Анда. Да, знаешь такую? Да, Унда пишу. Вот, Унда. Зачем ты меня убил? Ой. Убил? Извини, да, зачем? Не ту команду вставил. Погоди. Я тебя сейчас забаню, мне пофиг. А чё я вылетел? Вылетел? Ой, я тоже вылетел, прикинь. Я чё-то зайти не могу на сервер. Я зашёл. Зашёл, я не могу зайти.
Ха-ха-ха, так тебе меня надо. Меня забанили, что ли? Не могу зайти, что такое? Ха-ха-ха. Ой, тогда я вообще не смогу Ванду прописать. Эй, чувак, ну верни, блин, разбань себя. Мне нужен мой дом. Да я что-то зайти не могу на сервер. Че ты врешь? Кто меня бьет? Эй! Я в лобби стою и вообще не могу зайти на сервер. Разбань меня! Точнее, верни мой дом. А тебя забанили кто-то, что ли? Нет, не забанили, верни мой дом. Кстати, насчет бана. Не надо, а ты не боишься, что тебя забанит кто-нибудь? Никто не забанит меня, я не боюсь, я бессмертный. Скажи Помпилус Кастиус. Помпилус Кастиус. А чё, у меня сервер вылетел? Опять лагануло. О, я зашел, прикинь. Чего? Хей, Барис, ты чё, офигел меня банить? Ё-моё, я телевизор взорвал, чё делать? Меня папа убьет! Ты реально взорвал? Да. Так, я не понял, что это за дела? Ничего! Что будем делать? Не знаю, ты мне будешь деньги зарабатывать на него. Кто, я? Наглел вообще? Нет. Ты своими играми уже попутался? Нет. Чё нет? Нет. И что ты будешь делать? Будешь деньги зарабатывать. Кто, я? Да. Чё ты мелешь? Я мелю. Чё, не понял. Чё ты будешь делать? Деньги зарабатывать будешь. Чё ты, чё за дела? Ничего. Ты чё огрызаешься? Я не огрызаюсь. Выключай. Нет. Почему? Не хочу. А придётся? Нет. Я тебя на месяц лишаю компьютера. Нет. Да. Нет. А как ты будешь без телевизора играть? Не знаю. Буду как-нибудь. Как-нибудь как? Вот так. Чё ты? Ничего. Вообще успокойся. Блять, оборзел, разговаривал. Нет. Чё ты не хочешь? Всё, выключай. Давай, бегу. Нет. Выключай. Нет. Выключай. Нет. Я сказал, выключай. Всё, давай, мне папа выключает компьютер заставляет. Давай, бегом выключай. Ладно, папа. Было здорово, ой, шлагает что-то. Ладно, друзья, заходите на сервер, было круто. IP в описании ролика. Первым 100 человекам даем випку бесплатно. Заходите быстрее.